Добрый день, с вами Александр Стальнов, эксперт по недвижимости в городе Алания. Международная компания RS Property, марка номер один в Турции в секторе недвижимости. Мы на рынке с 2003 года, у нас более 15 тысяч объектов, а офисы в Анталии, Алании, Стамбуле и Бодруме. А сегодня мы находимся в престижном районе Оба, в городе Алании, чтобы показать вам горячее предложение. Трехкомнатную меблированную квартиру в районе Оба. Планировка 2+1 включает в себя две спальни, одну кухню-гостиную, два балкона и один санузел. Ну а сейчас я нахожусь в светлой, уютной квартире, где по левую сторону находится шкаф, куда можно повесить вещи, положить свою обувь и какие-то мелкие вещи. Справа у нас расположена гостевая спальня. Имеется полутораспальная кровать, небольшой балкон, где можно выйти и насладиться утром, днем, либо вечером. Здесь у нас расположена ванная комната, довольно-таки просторная. Есть все необходимое, включая стиральную машинку, бойлер, душевую кабину и многое другое. А в конце коридора мы заходим в спальню, в основную спальню, где есть полутораспальная кровать, кондиционер, основной большой шкаф, куда помещается очень много вещей, тумбочка, ковер и шикарный вид на зелень и на город. Ну а сейчас мы находимся в самой большой комнате этой квартиры. Это совмещенная кухня с гостиной, где есть вся мебель, Техника Арчелик, холодильник, посудомоечная машина, плита, кондиционер и огромный телевизор, где можно проводить время вместе с друзьями. Ну а сейчас я предлагаю пройти на балкон и насладиться видом. Я нахожусь на балконе этой прекрасной и светлой квартиры. Прямо открывается шикарный вид на море, на пляж, на зелень и сад. Основное преимущество этого балкона, помимо того, что он очень светлый, это застекленная лоджия. Поэтому зимой здесь будет очень уютно, тепло и хорошо. Апартаменты расположены на втором этаже пятиэтажного дома. На небольшой придомовой территории находятся взрослые и детские бассейны. Расстояние до моря составляет всего 300 метров. Оба является самым европейским районом Алании. Это тихое, спокойное место, несмотря на то, что находится оно почти в центре курорта. Здесь прекрасно развита городская инфраструктура. К услугам местных жителей и отдыхающих торговые центры «Аланиум» и «Нова Молл». Строительный магазин «Кочташ», крупнейший госпиталь на Аланийском побережье с учебной базой, многочисленными супермаркетами, кафе и ресторанами. Данная квартира подойдет для постоянного проживания, для сезонного проживания и для сдачи в аренду.
Номер объекта на нашем сайте rasproperty.ru 15706. Обратите внимание, это действительно горячее предложение. В районе Оба, недалеко от моря, по цене 198 тысяч евро. Напишите нам в WhatsApp или закажите звонок, и мы обязательно вам поможем. Просто оставьте заявку на нашем сайте, ссылка будет в описании под видео. RestProperty предлагает все виды сделок с недвижимостью. Есть услуга «Виртуальный просмотр» и онлайн-покупка недвижимости. Также мы вас приглашаем в ознакомительный тур на покупку квартиры вашей мечты. С нами ваша жизнь в Турции будет действительно комфортной. Подписывайтесь на наш YouTube-канал RestProperty «Недвижимость в Турции». Жмите на колокольчик, ставьте лайк и обязательно напишите в комментарии ваши вопросы.